Коллекция мировых шедевров. Свежий бриз морской дует мне в лицо. Босиком к нему я бегу. Вижу, как за мной на морском песке остаются мои следы. Флона на чудесном острове. Хочешь, попей воды? Здесь она прохладная и так свежа. Хочешь, посмотри в небо? Вот летят чайки. Пусть мне иногда скучно, но не загрущу. Мне все равно. Свежий бриз морской дует мне в лицо. Босиком к нему я бегу. Вижу, как за мной на морском песке остаются мои следы. Сорок четвертая серия. Еще одна лодка. Я боюсь. Все будет в порядке, Джек, не переживай. Это просто небольшое землетрясение, все скоро пройдет. Все кончено. Слава Богу. Мама. Мам. Землетрясение прекратилось, мама. Мама, тебя так легко испугать. Да, вы правы. Да, этот остров вулканического происхождения, и это вопрос времени, когда он рванет. Вы планируете остаться здесь надолго? Нет, мои планы это не входит. Да, но вы выглядите очень спокойно. Нет, это вам всего лишь кажется. Мы уже строили большую лодку. Очень большую. Что? Вы уже строили большую лодку? Да, но она затонула. Был большой шторм. Да, но ведь эта лодка была сделана любителем. Доктор, не могли бы вы мне рассказать более подробно? Спокойной ночи, Франц. Спокойной ночи, мама. Спокойной ночи, Флона. Мама, что такое Флон? Что ты не ложишься? Дело не в том. Папа очень поздно. Интересно, о чем они говорят? Я уверен, у них есть о чем поговорить с мертвым. Не волнуйся об этом. Спи давай. Хорошо, спокойной ночи. Спокойной ночи. Доктор, вы можете сделать еще одну такую же лодку? Да, но это бессмысленно. Она затонет так же, как и прежняя. Я спрашиваю вас. Вы сможете? Да, думаю, что я смогу. Скажите, у вас есть ткань для паруса? Ну, у нас есть куски, которые мы сможем шить, то есть у вас нет цельной ткани. Ну, у нас еще есть простыни. Я думаю, что они нам пригодятся. Простыни впитывают слишком много воды. Нам нужна ткань для паруса. Хорошо, а что вы будете делать с питьевой водой? Верите ли вы, что такая маленькая лодка может перевозить воду, необходимую для всей семьи, для долгого путешествия? Я много думал об этом, как сделать это. Если у вас нет воды, то вы умрете обезвоживания. Чтобы избежать этого, мы должны собрать множество дождевой воды. И также нам нужна ткань для паруса, которая не впитывает в себя воду. Понятно. Так что, доктор, вы готовы со мной сотрудничать, чтобы покинуть этот остров? Покинуть остров? Конечно, готов. У меня есть замечательная идея. Это замечательно. Я очень рад.
Мистер Мортон, вы здесь? Зачем ты попросил всех нас прийти? Ты скоро узнаешь. Как интересно. Каждый из нас волнуется. Это как конференция. Итак, все жители этого острова собрались. Хорошо, мистер Мортон, начнем. Вы должны сказать им. Тогда я дам им инструкции. Вчера я говорил с мистером Мортоном, и мы решили, что нам нужно покинуть этот остров. Но как мы это сделаем? Для того, чтобы уплыть с этого острова, нам нужно надлежаще подготовиться, и каждый должен делать то, что нужно. Мы сделаем все. Все приготовления для нашего отъезда, согласно инструкциям мистера Мортона. Он человек, который много знает о море. Я хочу, чтобы каждый следовал его указаниям. Хорошо, мистер Мортон, мы ждем ваших указаний. Первое, что мы начнем, это доктор и молодой. Меня зовут Франц, вообще-то. Доктор и Франц будут строить лодку, как первый раз. Но что, если она потонет, как в прошлый раз? Когда она будет построена, я дам следующее указание. А до тех пор не забивай свою голову. Так, теперь вы, Джек и Флона. Да. Что? Джек тоже будет работать? Конечно, будут. Несмотря на их возраст, они будут работать. Это очень важно. Если вам не нравится, можете оставить это место. Понятно? Я вас поняла, мистер Мортон. А что я буду делать? Я могу делать все, что угодно. Вы будете собирать эвкалипт. Вы знаете, как это делать? Да. А сколько нужно? Нужно так, чтобы заполнить бочку. О, так много. Да, но вам не нужно спешить, пока твой отец и Франц строят лодку. А, так это похоже на соревнование? Да. Что касается тебя, Томми, тебе нужно собрать все кокосы и выковырять внутренность. Ты меня понял? Да, я понял, мистер Морт. Так, я дал вам всем указания. Занимайтесь своими делами. Простите, мистер Мортон. Вы забыли про меня. У меня для вас нет работы. Как так? Вы будете готовить вкусную еду для всех нас. Да, это замечательная идея. Пока мы будем строить лодку, ты будешь готовить вкусную еду. Да, но я чувствую себя обделенной. Мистер Мортон, а вы что будете делать? Я? Я просто буду отдавать приказы, разве это недостаточно? Мы начинаем строить другую лодку. Это наш последний шанс. Да, если у нас получится, возможно, мы покинем этот остров. Это здорово. Вот и все. Джек, принеси мне миску. Хорошо. Вот, Флона. Ящерица. Джек, убери ее от меня. Убери ее от меня сейчас же. Она ушла. Джек, это не игрушки. Я не знал об этом. Я не видел ее, честно. Правда? Действительно, я не знал. Понятно. В следующий раз смотри, пожалуйста, когда будешь подавать. Хорошо. Вы уходите? Да, я собираюсь на прогулку.
гуляя с веревкой. Куда он собрался? Я действительно не понимаю. Мистер Мортон, куда вы идете? Странно. Пойдем, Джек. Папа, подменить тебе? Нет, давай возьмем небольшой перерыв. Мы с тобой много узнали, как строить лодки, папа. Да, скоро мы станем сильными судостроителями. На необитаемом острове мы получаем зарплату. Да. Чтобы выбраться с этого острова, мне не нужна зарплата. Все будет в порядке, Франц. На этот раз все получится. На этот раз даже Флоне и Джек помогают. Все будет хорошо. Ты прав. Ты прав, папа. По словам врача, это должно быть здесь. Я его не вижу. Это больше, чем в прошлый раз. Да, на этот раз я хочу сделать его побольше. Ведь у нас добавилось 2 человека. Да, ты прав, папа. Похоже, ты уже устал, давай я тебя сменю. Сменишь? Ладно, давай. Принеси мне еще. Хорошо. Флона? Что такое? Смотри, я не могу понять, что это. А, это просто гусеница. Как странно. Ты боишься гусениц? Ты тоже странная. Ты боишься ящерицы. Что? Ну, я доберусь до тебя. Нет, подожди, Джек, подожди. Thank you.
Там-там. Я принесла твой обед. Спасибо. Что это? Это съедобное? О, это восхитительно. Что это? Это плоды хлебного дерева. Да, ты прав. Даже на вкус похож. Теперь, когда у тебя есть такие вкусные вещи, моя еда тебе, скорее всего, не понравится. Нет, это не так. Что ты хочешь? Давайте меняться с вами обедами. Давай. О, Флон и другие будут рады. Кстати, мистер Мортон здесь? Нет. А где же он? Он ушел в море на каноэ. Ушел в море на каноэ? Странно. Мистер Мортон опаздывает. Он не обедал. Куда ты идешь в такой спешке? На пляж. Мистер Мортон еще не вернулся. Что, не вернулся? Дорогой, ты видишь его? Я вижу только лодку. А мистера Мортона нету, странно. Флона, подержи. Хорошо. Мистер Мортон. Мистер Мортон. Мистер Мортон. Не переживай, там-там. Давай поднимем.
Ну что, папа? С ним все в порядке. Его жизни ничто не угрожает. Что он здесь делает? Похоже, он нырял. Он немного вымотан. Папа дает нам сигнал. О, там мистер Мортон. Он спасен. Какое облегчение. Ура! Мистер Мортон. Мистер Мортон, все в порядке? Доктор. Успокойтесь, держитесь. Все в порядке. Веревка. Веревка? Что вы имеете в виду, мистер Мортон? Вот она, папа. О, как все тяжелое. Что это? Похоже на якорь. Там-там, помоги нам. Хорошо. Тяните сильнее. Смотри, парус. Это потрясающе, папа. Мистер Мортон. Я должен покинуть этот остров скорее. Я сделал это не для вас. Мистер Мортон, это первый раз, когда вы пришли к нам на ужин. Я не говорил, что собираюсь кушать у вас. Я не люблю швейцарские блюда. Мистер Мортон, это не швейцарская кухня. Возможно, я должна назвать это кухня необитаемого острова. Да, там-там дал мне плоды хлебного дерева, и он научил меня готовить. Теперь вы не можете сказать, что это вам не понравится. Он кушает. Мистер Мортон, вы хороший человек, и вы это знаете. Не нужно притворяться. Люди, которые не знают вас... Так, вы меня раздражаете. Не нужно меня раздражать. Флона, почему тебе не напомнить нам слова мистера Мортона? Что он сказал? Это очень вкусно, это очень замечательно, мне это нравится. А, понятно. Это очень вкусно, это очень замечательно. Мистер Мортон, теперь мне все понятно. Не вижу в этом ничего смешного. Дорогие мои друзья, кто еще не примирился с Богом, у вас есть замечательная возможность впустить Иисуса Христа в свое сердце, потому что сегодня время благоприятное, сегодня день спасения, ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Да благословит вас всех Господь.